Идем по Пятигорску. Хороший южный город, небольшой, скорее маленький. Абсолютно южная растительность нас так окружает. Очень типичные для нашей страны постройки вокруг. Во всех наших рекламных проспектах обязательно есть фотография, сделанная с этого места. Вот то, что вы видите вдали, это гора Биштау. Это наша главная гора. По ней как раз-таки город и получил свое имя. Которая при одном основании имеет 5 вершин. Беш-5, Тау-гора она называется. Типичный пример российского ноу-хау. Сверху, удивительное дело, сверху еще сохранились дымовые выходы. Балкончик на последнем этаже на мансарде. Балкончики такие дивные. А внизу супермаркеты и магазинчики. Библиотека, филиал номер 3. Конечно, вход только в масках и перчатках, но это все еще ничего. Интересно, вот эта остановка сюда. Местные говорят, что вот сюда вот читатели приносят свои книги. Чтение объединяет, а читательская остановка. Вот одна книжечка есть. Черняк Гиевский, да, детективы разобрали. Бывает, вот приносят. Я свою сколько книг, наверное, тут 100 сюда приносила. Люди разбирают, кто себе забирает. А библиотека себе берет? Нет, библиотека нет. Библиотека наоборот выносит тоже. The next day. Жизнь кипит. Честертон, вы посмотрите, английская классика тут лежит. The next day. Московская. Можно и со стороны, с другой стороны посмотреть, где горы, где природа. Они вот где вот эти многоэтажки серые там. А как? Завтра. А потом? Каждый день. Каждый день. Напряжная поездка с детьми? Нет.
Грот в переводе с итальянского означает пещера. У нас жарко, вы чувствуете, сегодня вижу, как все у нас умирают от жары. А тогда вообще не было ни кондиционеров, которые потребуешь включить, ни вентиляторов, ничего. Поэтому каждое прохладное место на вес золота. И поэтому оно никогда не пустовало, всегда было кем-то занято. В начале 20 века под ней наших курортов не было. Это были самые модные курорты России. Сюда приезжала красавица, ну и поэтому все ведущие артисты, такие как Шаляпин, Зотов, Абухова, Комиссаржевская, Станиславский, Качалов, все были здесь. Вскоре не стало братьев Бернардаци, на курорт был приглашен новый архитектор. Это Самуэль Уптон, англичанин. Дальше строил он. Я хочу ваше внимание обратить на дом Уптона. Вот это середина 19 века. Но это типичный английский стиль. Разумеется, не зеленая такая крыша была, а как у англичан принято, красная черепичная была в то время. Не знаю, как вам, мне эти три домика, раз, два, еще один там есть, чуть пониже, они мне напоминают деревню Мисс Марпл. Своя обещание. Устали. Ну пойдемте, пойдемте, заходите. Здравствуйте. Шампуры. Ух ты, как здорово. Спасибо. Вот тебе свои сандалии заправлять ложечкой. Шикарно. Это чисто чеканочка, да? Ручная. Это литье идет у нас. А? Литье. Литье, да, какое тонкое. Под давлением. Что значит, он из двух состоит частей, да? Вот здесь. Он открывается, вытаскивается, работает. Вот что-то. И сколько ты пойдешь? 6 тысяч. Что 6 тысяч? Смотри, где что, чашка такая, видишь? Не чашка, а ложка. Да, у нас идет бронза и дерево. Красавчик. Сейчас посмотрим подвески. Коси бессмертные. Спасибо большое, у вас очень здорово. Спасибо. Приход Преображения Господня Римской католической церкви. Здание костела подлежит государственной охране. 1840-1850 годы постройки. Это колокольня. В эту зиму ровно 3 раза выпадал снег. И то, не то, что он там выпал, все засыпал. Нет, выпал, порадовались 2 часа, снег идет и потом.